Теперь в Якутск. Там обсуждают громкий скандал. Местный житель участвовал в конкурсе и победил. Одной рукой вытащил через маленькое отверстие прозрачного куба 11-килограммовый золотой слиток. Однако обещанный приз – 1 000 000 рублей – он так и не получил. Почему, узнал Дмитрий Макаров. Это нашумевший в Якутии рекламный ролик конкурса от одного из магазинов столицы региона. Предложение беспрецедентное. Купи товар на 1 000 рублей и получи шанс выиграть 1 000 000. Участникам акции предлагается вытащить золотой слиток из прозрачного куба с небольшим отверстием. Задача практически невыполнимая. Но в первый же день удача все-таки улыбнулась молодому человеку. Но, казалось бы, заслуженные деньги победитель так и не получил. Дело в том, что он воспользовался второй рукой, а это противоречит условиям конкурса. Решением организаторов результат аннулирован. Было нарушение пункта 3.5. Положение, стимулирующее акции «Возьми миллион». Поэтому розыгрыш продолжается. Мнения пользователей в интернете разделились. Кто-то говорит, что нужно было внимательнее читать правила, а кто-то называет акцию настоящим лохотроном. Впрочем, проверить это, а заодно и свои силы, может любой желающий. Слиток по-прежнему лежит в том же кубе, а возобновить конкурс обещают в ближайшее время. Дмитрий Макаров, Вести, Якутск.